Сквер Овчарова станет новым местом притяжения для жителей поселка Прибрежный. Здесь обновляют территорию по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В голосовании общественное пространство набрало свыше 15 тысяч голосов. Парк площадью 14 тысяч квадратных метров капитально отремонтируют. Уже сделали демонтажные работы, снесли старые дорожки и спилили ветхие деревья. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идут работы. Уверена, что жителям это понравится, потому что вижу, как ответственно подрядчики относятся, знаю, как жители контролируют эту территорию, которую они долго ждали. Поэтому убеждена, что это будет такое новое место притяжения в этом поселке. Здесь будут установлены тренажеры и появятся спортивные площадки для занятий футболом, волейболом и хоккеем. Планируется отремонтировать пешеходные дорожки, обновить газон и посадить новые кустарники и деревья. Здесь такое место, которое было и приятно посмотреть тоже, да, но не было ухожено. Вот. Я считаю, что в этом регионе Прибрежном будет значительный красивый сквер. Закончить благоустройство сквера Овчарова планируют к 1 сентября. Анатолий Головко, Мария Елчан, Константин Головин. События.